Всем доброе утро. Сейчас расскажем, покажем, как собираются у нас грядки. Значит, набор панелей. Длина, ширина, вот те короткие. Куча уголков, куча планочек и саморезы. Все вскрываем и начинаем собирать. Вкладываем панели в длину, вымеряем. Все соединили. Сейчас ставим планочку. Где у нас планочка? Вот такая планочка ставится. Вот чуть-чуть, чтобы она перекрывала нахлест, чтобы было все красиво. Все, и будет тут раз, два, три, четыре самореза. Соберем длинные секции. Параллельно подготовим торцевые секции. Вот они у нас. К ним будут вот так уголки прикручиваться. Также на 4 самореза. Все, и потом тюк, собрали грядку. Вот так вот это выглядит. Панель в длину уже готовая лежит. Торцевые подготовлены. Все, сейчас это все подготовим и можно начинать скручивать прямоугольники. Трубочка у нас получается. Что не хватает? Не хватает перемычек. Сейчас этим займемся. Тоже вторая коробочка на подходе. А, нет, готово. И началась сборка третьей. Верхние, чтобы они были в одну линию, как боковая, верхняя. И сейчас надо прикрутить нижнюю. Для этого переворачиваем грядку и крутим нижнюю цветом наружу. Все, сейчас грядку переворачиваем, грядка готова. Поставили мы их, куда нас попросили. Дальше их тут будут разносить, забивать землей и так далее. Вот так вот выглядят грядочки. Грядки готовы. Сейчас к ним подойдем. Помимо грядок тут вот парник привезли. Тут уже года полтора стоит теплица, капля, крепыш с помидорами. Огурцы, помидоры. Ого, красные вон висят. Так. Что мы так далеко их утащили, что ли? Вон три грядки на лужайке. Кстати, здесь самосбор. Самосбор, если я не ошибаюсь. Почему-то вот так вот грядки. Примерно такого же размера. Сделаны. Три штуки. И сейчас еще три новых добавятся. Вот, еще три грядки.